Твое время вышло. Уходи. Ну, я еще не закончил. Хватит, есть расписание на каждый день. Вон часы, сейчас 3, так что давай отсюда. Там они все так. Ну и язык. Видно, что ты еще и плохо читаешь. А что это значит? А то и значит, вы не понимаете по-английски. Кто это мы? Вы, корейцы, китайцы. Вы убили моего отца в Корее, а теперь добрались до моего спортзала, не трогай меня. А то что? Что произойдет? А то я тоже могу тронуть. Ну, тронь меня, щенок. Ну, тронь, китаёза. Ну, давай. Что глазки забегали? Ну, тронь меня, китаёза. Ну, давай. Он струсил. Вот гады, всегда лезут куда не надо. Черт бы их побрал. Ты идешь? Мне нужно закончить занятие, и я закончу их с тобой. Хочешь закончить, китаёза? Давай. Уйдите с ковра. Ребята, постойте там, это ненадолго. Давай. Погоди. Да кто это такой? С кем я связался, вы не знаете? Ну, давай, давай. Давай. Погоди. Извини. Ну вот, он решил начать со стриптиза. Ну, давай. Давай. Я готов. Правда? А вот это китайский бокс. Китайцы летают выше. Что ты с ним возишься, Джо? Я тебя убью, ублюдок. Я не ублюдок, я Брюс Ли. Мне жаль твоего отца. Его убили корейцы, а я американец. Крепко он вас, ребята. Спокойно, спокойно. Мы пришли не драться. Я Беннет Сейнс, а он Тед Оверсон. Мы просто хотели тебя спросить. Это твоя собственная система. Ты можешь с нами заниматься? И можно ли этому научиться? Я же говорил, это секреты китаёзов.